Итак, мы начинаем. Еще одного депутата городской думы Бийска сегодня лишили мандата. Представительный орган покинул Евгений Корчагин. Причина в том, что он нарушил закон о противодействии коррупции и не предоставил сведения о доходах и имуществе. Сам депутат на заседание не явился, но это не помешало коллегам проголосовать за его исключение. Предлагаю проголосовать за предлагаемый проект решения. Документы, на основании которых коммуниста сегодня лишили депутатских полномочий, в Думу Бийска пришли из края. Это своего рода расплата за непредоставление сведений о доходах и имуществе. Решение исключить Корчагина поддержали все думские фракции. Напомним, что Евгений Корчагин прошел в городскую думу в 2017 году. Он победил на 6-м округе, к которому было приковано основное внимание. Главная интрига заключалась в том, что сможет ли на тот момент секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Лидия Громогласова справиться с ярым оппозиционером Корчагиным. В итоге глава города Громогласова проиграла эти выборы, бийчане ее не поддержали. Но и Корчагин сейчас доверие своих избирателей не оправдал. Сегодня же депутаты Бийской городской думы назначили довыборы. Они пройдут в единый день голосования 8 сентября. Выбирать депутатов будут на 2-м и 6-м округах. Но если в Заречье политические партии уже практически определились с кандидатами, то в районе педуниверситета это еще предстоит сделать. И не исключено, что в бюллетене мы увидим с вами знакомые фамилии. Thank you.